Тиуана является единственным и официальным представителем закрытого акционерного общества «Август Ирко» в Молдове, предлагая весь спектр услуг, связанный с проектированием, производством, строительством, монтажом и обслуживанием очистных сооружений. Мы считаем, что необходимо в Республике Молдова поменять отношение к природе. И мы решили привести такое оборудование, которое, кстати, очень полезным является для нашей страны в том, что мы сможем очистить землю от бытовых стоков, которые сегодня пока, к сожалению, сбрасываются в землю. Есть определенная статистика, что те частные дома, которые сегодня имеются в республике, у всех есть выгребные ямы и наружные туалеты. И вся эта, так сказать, грязь стоков попадает в грунтовые воды. Потом мы употребляем питьевую воду из этих колодцев, которая уже заражена. Потом мы говорим, откуда же у нас появляются болезни. В компании работают профессионалы, которые вот уже на протяжении 25 лет проходят специализированную подготовку, участвуя в строительстве объектов специального и социального назначения, жилых домов и банков. Строительство и монтаж устройств очистки стоков занимает от 1 до 3 дней с начала работ. Эта станция называется типа АТ. Она является чисто биологическим методом очистки, где у нас нету никакой химии. Наша установка прошла аттестацию в городе Ахен, Германия, на предмет качества. И мы имеем сертификаты, подтверждающие это, и гарантированные параметры очистки стоков. Поэтому мы уверены в том, что эта продукция будет полезна для страны Республика Молдова, которая поможет обустроить, так будем говорить, страну, и в том числе помочь людям правильно пользоваться вторично ресурсами воды, потому что сегодня мы говорим, что питьевой воды становится все меньше и меньше, и для технических нужд необходимо использовать все-таки вторично техническую воду. Процесс очистки происходит согласно запатентованного метода ВФЛ, то есть вертикально-проточный лабиринт. Попадая стоки в камеру, опускается вниз и поднимается вверх. И таким образом через определенное количество, так сказать, решеточек получается процесс очистки происходит. И у нас есть зона аэрации и зона денитрификации. И в конечном итоге мы получаем зону, где скапливается очищенный ил. И мы имеем зону, где есть у нас уже чистая вода, которая вытекает через трубу самотеком. В нашем реакторе нету никаких вращающихся частей, ни насосов, ни компрессоров. У нас есть только компрессор, который стоит рядом, который подает кислород для обогащения процесса окисления продуктов очистки. Вследствие чего этот компрессор поглощает за год 208 киловатт. На семью из 6 человек это 208 киловатт потребления электроэнергии. Мы говорим, что в конечном итоге один раз в год откачивается избыточный ил, потому что микроорганизмы развиваются, размножаются, и избыточный ил можно использовать как органику, потому что в процессе очистки в течение года это получается чистые органические удобрения. Модели подобных устройств весьма разнообразны и рассчитаны как на семью из 6 человек, так и на поселки с населением в 5000 жителей. Подробнее о компании можно узнать на сайте tiuana.md.